Добро пожаловать в Церковь Движения. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Церковь Движения существует для того, чтобы превращать моменты в движение. И мы очень рады, что вы присоединились к нам на этом пути. Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас и является нашим финансовым партнером. Мы хотим, чтобы вы знали, что Церковь существует не только для вас, но и для ваших соседей, друзей и людей во всем мире. Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас и является нашим финансовым партнером. Мы хотим, чтобы вы знали, что церковь существует не только для вас, но и для ваших соседей, друзей и людей во всем мире. Благодаря вашей щедрости мы можем делиться этим посланием надежды с людьми во всем мире. Я так рад тому, о чем мы сегодня поговорим. В этот раз мы разбираем заповедь блаженства Иисуса, и это очень мощно. Правда в том, что я могу полтора часа говорить по каждой из этих заповедей, но я пытаюсь говорить сжато, чтобы у нас не получилась серия на 10 недель. Поэтому вас ждет лишь краткий обзор, но в этих стихах столько глубины. Я знаю, что мы постоянно говорим вам читать Матфея пятую главу, но к чтению Библии вы можете добавить много разных инструментов. Есть очень много комментариев к этой главе. Если вы просто наберете в поисковике комментарии к Матфея пятой главе, то вы увидите много прекрасных материалов. С их помощью эти места Писания буквально живут для вас. Меня буквально захватила эта тема. Я начал спрашивать Бога, чего ты хочешь. Сегодня многие люди пытаются навязать нам свои политвзгляды об Иисусе. Кто-то пытается Jesus. представить Иисуса рассерженным It's или еще каким-то, но это лишь их версия Христа. Но я хочу понять, какими Бог желает, чтобы были мы, Его последователи. Это четвертая часть из этой серии, но не последняя. Но если вы смотрите нас впервые или пропустили первые три части, то я рекомендую вам просмотреть их не потому, что я такой классный проповедник, а потому что так вы увидите весь наш путь. Каждый из этих Заповеди связаны с предыдущей, Поэтому если вы посмотрите все, то вам же лучше. Хочу напомнить, что толпа, которая сейчас окружает Иисуса, хочет сделать Его царем. Они хотят, чтобы Он соответствовал их планам. То есть у них есть свои планы на Иисуса. Но Иисус собирает их и говорит, нет-нет, если вы действительно хотите быть последователем Христа, то вот что это означает. Давайте сразу же перейдем к Евангелию от Матфея, 5 главе, 7 стиху. Там сказано «блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Милость — это такое слово, которое не часто используется в современной культуре, поэтому я решил разобраться, что оно означает. Миловать — это значит прощать или проявлять сострадание к тем, кто в этом нуждается. В прошлых стихах мы уже видели, что Иисус говорит о том, что нам с вами нужен Спаситель. Мы разбиты и сломлены, поэтому нам нужно, чтобы Он пришел и спас нас. В прошлый раз... Мы уже разобрались с тем, что мы не можем заработать правильное положение перед Богом. Но в шестом стихе сказано, если мы будем жаждать праведности, если мы будем жаждать Христа, мы увидим Бога. Идея о том, чтобы видеть Бога и знать Его близко, это и есть милость. Мы с вами заслуживаем наказания за наши грехи. Но вместо наказания Бог предлагает нам милость и благодать. Бог предлагает нам взаимоотношения с Ним. В Послании к римлянам сказано, это 11 глава, 30 стих, «А вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы». Какой прекрасный образ. Хотя мы с вами были непослушны Богу, еще до нашего христианства или даже сегодня утром, когда вы сорвались на своих близких, это было непослушание Богу. Но Писание говорит, хотя вы были непослушны Богу, а вы получили милость. Вместо гнева, наказания и всего, что мы заслужили, мы получили милость и благодать, а также возможность познать Бога ближе. Это противоречит всему, чему учила нас жизнь. У меня четверо прекрасных детей, я постоянно учу их тому, что у всех ваших решений есть последствия. У хороших решений будут хорошие последствия, а у плохих — плохие. Мы с вами уже знаем, что если мы не будем учиться и делать домашние задания, то это плохое решение, которое приведет к тому, что мы провалимся на экзамене. Мы также понимаем, что делая что-то незаконное, мы можем оказаться в тюрьме или заплатить большой штраф. Мы знаем, что за каждым действием идет вознаграждение или последствия. Мы знаем, если мы будем сплетничать о а друге, а он узнает об этом. То в итоге мы останемся без друга. Мы понимаем, если я делаю что-то неправильное или плохое, то мне придется поплатиться за это. И это хорошее учение, которое нужно нести нашим детям и нам самим. Мы должны понять, если я и дальше продолжу ходить на работу с плохим отношением, то вскоре я останусь без работы. И это правда, но мы берем эту правду и применяем ее к Иисусу и к христианству. И хотя в начале нашего христианства мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить Его благодать, Он любит нас и поэтому прощает нас. Мы приходим к Нему и обнаруживаем прекрасную и чистую благодать. Но я заметил, что многие последователи Христа со временем забывают, что Божья благодать и милость доступны нам. И тогда, когда мы падаем, когда мы делаем неправильный выбор, делаем то, что не почитает Христа, после этого мы начинаем бежать от Бога. Обвинитель нашей души пытается убедить нас, что из-за того, что мы оступились, Бог теперь зол на нас, и Он против нас. Я видел много последователей Христа, которые споткнулись или упали, они решили бежать от Бога, а не бежать к Нему. Я хочу сказать вам, что нам нужно бежать к Богу. Сколько бы раз мы не упали, какими бы серьезными ни были наши промахи, нам нужно и дальше приходить к Христу. Продолжайте приходить и тянуться к Иисусу. Я много раз говорил, что вы ничего не можете сделать, чтобы Бог полюбил вас больше, и вы ничего не можете сделать, чтобы Он полюбил вас больше меньше. И это не только для новообращенных. Это для нас с вами. Для тех, кто давно в церкви, кто уже годами следует за Иисусом. Да, каждый день Божья милость обновляется для нас, и нам нужно не забывать об этом. Враг желает обвинять вас. Он хочет говорить вам, что вы недостаточно хороши. Враг говорит, что вы не заслуживаете очередного прощения. У нас есть какое-то свое представление о Ветхом Завете и о том, как Бог разбирался с Израилем. И мы думаем, что Он также работает с нами. Бог будет наказывать меня. Я потерял работу, значит, Бог отплатил мне за какой-то мой проступок. О, моя машина не заводится, значит, Бог недоволен мной. Но это ложь от дьявола. Я хочу, чтобы вы сегодня уяснили, если вы новообращенный христианин, если вы следуете за Христом многие годы, Божья милость к вам обновляется каждый день. Поэтому, когда вы оступаетесь, не нужно убегать от Христа. Нужно бежать к Нему. Но тут есть одна сложность. Мы с вами приняли благодать и милость, а сейчас Бог призывает нас быть милостивыми. Бог призывает нас молиться за тех, кто нас обидел, и прощать их. Всего через одну главу, когда Иисус учит учеников молиться, Он говорит, «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Христос говорит, «Если мы были прощены, то мы призваны прощать тех, кто нас обижает». Это, наверное, самое сложное в Христе. Мы живем в культуре, где обозначены наши права. Я рад и горжусь тем, что мне выпала честь расти в Канаде, в западной цивилизации с великолепными правами и свободами. Я рад тому, что я жил в Америке, чья Конституция действительно защищает права людей. Я считаю, что права это очень важно. Я рад тому, что наши права защищаются законом, но, к сожалению, у нас появилась идея о том, что наши права и борьба за них ⁇ это самое важное. Когда кто-то обижает нас, мы имеем право отомстить. Когда кто-то обижает нас, мы имеем право требовать справедливости. Мы имеем право злиться. Мы имеем право не прощать, и мы считаем, что так правильно разбираться с обидой. И нас учат, мы должны уйти, мы должны разорвать отношения, мы должны убрать этого человека из своей жизни, мы должны игнорировать его и так далее. Мы должны следовать всему этому, потому что это наше право. Но самое сложное в христианстве — это то, что Христос говорит, «Да, это ваше право, но оставьте его у креста». Вы были прощены, поэтому и вы должны нести прощение. Это так сложно. Этот аспект христианства мне не очень нравится. Когда мне делают больно, я хочу сделать больно в ответ. Когда вы плохо отзываетесь обо мне, я «Я хочу говорить плохо о вас». «Я обычный человек, и я по праву могу защищать свою честь». А Бог говорит, «Нет, нет, я хочу, чтобы ты выбрал прощение. Я хочу, чтобы ты был милостивым в этой ситуации. Я хочу, чтобы ты сложил свои права у креста и подчинил их моей цели». И вместо мести, оправдания и самозащиты, я прошу тебя положиться на меня и предложить в ответ милость и благодать. Хочу прояснить ситуацию. Не подумайте, что я говорю, если вы оказались в опасной ситуации, то оставайтесь в ней, потому что так вы проявляете милость. Вы можете оставить работу, где вами злоупотребляют. Писание разрешает вам это. Вы можете выдвигать обвинение против того, кто сделал с вами что-то ужасное. Возможно, вы понимаете, эти отношения плохо сказываются на моем психическом здоровье, поэтому я не могу в них больше оставаться. Я не говорю, чтобы вы позволяли издеваться над собой, обманывать вас или пользоваться вами, потому что это якобы милость. О, нет. А вы можете защищать себя и делать все, что требуется, но вместо того, чтобы позволять обиде, горечи, чувству мести, злости и гневу брать над вами верх, вы можете отдалиться от обидчика, но при этом простить его за то, что он сделал. Я не буду всю жизнь думать о нем, я не буду всю жизнь говорить о нем гадости. Я не буду делать ничего плохого. Я сделаю все, что нужно, чтобы защитить от него других людей и чтобы восторжествовала справедливость. Но вместо того, чтобы постоянно ходить в непрощении и горечи, я выбираю быть милостивым. И проявлять благодать. Но сделать это не так-то просто. Для этого нужно много времени проводиться в молитве, в консультациях, а также дать себе время. Вместо того, чтобы держаться за свою злость и желание отомстить, впустите милости в эту ситуацию. Простите этого человека, отпустите обиду, горечь и жажду возмездия. А вместо этого придите к Богу и скажите, ⁇ Я оставляю все эти чувства у креста и выбираю милость ⁇ Правда в том, что все хотят быть прощенными. Мы с вами совершали то, чем мы не гордимся. Мы обижали людей, мы хотим быть прощены. Но мало кто готов предложить прощение тем, кто нас обидел. Моя жизнь не была простой. Мне не досталось все на тарелочке с голубой каемочкой. У меня были трудности и были серьезные обиды, я позволил этим обидам укорениться во мне и разрастись еще больше, но это стало разрушать меня. Это влияло на меня, как на родителя, как на лидера церкви. Все дошло до того, что однажды в молитве я сказал, Боже, я не хочу, чтобы этот человек оказался на небе. Не думаю, что он этого заслуживает. Я хочу, чтобы он всю вечность провел в аду. Но при этом я понимаю, хотя мои грехи отличаются от его грехов, я все равно грешен, и я тоже этого заслуживаю. Поэтому если я хочу, чтобы твоя благодать была в моей жизни, то я сегодня отпускаю этого человека, и я принимаю решение Простите его, Господь, прошу, благослови его вечность и дай ему возможность провести ее с тобой. Все мы хотим быть прощены, но Бог призывает нас забыть о прошлых обидах и ранах. И выбрать Иисуса, если вас обижают, защищайтесь, пользуйтесь законом, но и предлагайте благодать и милость, отдайте этого человека Иисусу, вместо того, чтобы держаться за непрощение. Я же говорил вам, что часами могу говорить о прощении. Это так сильно. Но давайте перейдем к следующему стиху. Далее у нас идет восьмой стих. Блаженны чистые сердцем, ибо они... Бога узрят. Я вырос в церкви, где постоянно говорили о святости. И этот стих использовался, чтобы учить меня тому, как жить правильно? Этот стих использовался в учении о том, что нельзя ходить на свидание. Нужно было молиться, а потом заключить с кем-то отношения с заветом. Это полнейшее безумие. Я рос в таком христианском движении, где запрещалось ходить в кино. Когда я учился в теологическом университете, как раз вышел титаник. Вот как давно я был студентом. Мне нельзя было пойти на Титаник, потому что мой вуз смог поставить мне плохую оценку за поведение и испортить мою успеваемость за нарушение кодекса морали. Но мы решили пойти на фильм всем курсом. Думали, что так нас не накажут, но все же наказали. Существовало такое мнение, что если вы пойдете в кино, то присутствие Бога и Его помазание уйдут из вашей жизни, вы будете исключены из царства Божьего навечно, и вы не настоящие христиане. А еще нас учили, если слушать любую другую музыку, кроме прославления, даже если это христианский рок, то это грех. Вот в чем конкретно я рос. Нас учили, если женщина носит юбку выше колен, то это ужасно. А если у вас открытая обувь, то это просто кошмар. Можете собирать вещи, вашей жизни пришел конец. Если вы играете в карты, читаете светские книги? Или в вашей церкви есть барабаны? В христианстве был период, когда, если в вашей церкви были барабаны, и вы хотели включить их в программу группы прославления, то люди уходили из церкви, потому что это было неправильно и нечисто. Нам говорили, что именно таким должно быть христианство. Когда я только принял Христа, мой молодежный пастор носил стрижку «Малет». Это никогда не было круто. У него были длинные волосы, и многие люди не могли поверить, что у нас был пастор с длинными волосами, потому что это не благочестиво. Но я не думаю, что этот стих говорит об этом. Не думаю, что когда Иисус сказал «Блаженно чистые сердцем». Ибо они Бога узрят, он имел в виду кодекс мораль. Он не имел в виду, если вы краситесь, то у вас нечистое сердце, а значит, вы не увидите Бога. Я думаю, что Христос обращается к тем людям, которые хотели манипулировать им, которые хотели сделать из него того, кого им было выгодно, какую-то политическую фигуру. Он говорит: "О, нет, нет, у вас неправильные мотивы. А вы думаете только о том, что вы можете получить от меня и как меня использовать, чтобы получить то, что вы хотите. Но блаженны чистые сердцем, то есть блаженны те, чей мотив в том, чтобы просто узнать Христа. Я просто хочу быть с тобой. Я хочу тянуться к тебе. Меня интересует не то, что я могу получить от тебя, или кого я могу слепить из тебя. Мне просто нужен ты сам. Я живу свято не потому, чтобы убедить себя в том, что я правильный или хороший. Я просто хочу проводить с тобою больше времени, дабы быть больше похожим на тебя. Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Думаю, тут Бог учит нас перспективе. То есть, чего мы ищем, то мы и получим. Если мы ищем того, чтобы изменить Бога под наш образ, мы получим пустоту и фальшивого Бога. Но если мы попытаемся увидеть Бога таким, какой Он на самом деле является, то нас ожидает что-то мощное. Тут очень важна перспектива. А вы это замечали? Когда вы принимаете какое-то решение, ну, например, вам нужно купить новую машину, а вы ездите по различным салонам, вы находите то, что вам нужно. Возможно, это спортивная машина или грузовик. Может, это микроавтобус, и вы находите то, что вам нужно, и начинаете думать об этом. А вы замечали, что до того момента вы никогда не видели такую машину на дороге. Но как только вы задумались над тем, чтобы купить ее, то вы начинаете замечать, о, вот такой микроавтобус, как у меня. И вот еще. И вы начинаете замечать эту машину повсюду. А почему? Когда вы смотрите на что-то, вы начинаете видеть это везде. В жизни часто так бывает. Вы видите то, что начали искать. Вот почему расстроенный и разочарованный человек может прийти на собрание и слушать своего начальника после собрания и говорить: это пустая трата времени. Наш начальник такой заносчивый, это ужасная работа. А рядом может сидеть новенький, который в восторге от работы и от новых возможностей. Он может сидеть там также и думать, у нас такой классный начальник. Он такой заботливый. У него такое большое видение, как мне здесь нравится. То есть вы видите то, что вы ищете увидеть. То же самое сейчас происходит и с ковидом. Если вы считаете, что ковид — это атака врага, направленная на уничтожение церкви, то вы увидите слабые церкви, церкви, которые пошли на поводу у правительства. Вы увидите церкви, которые не защищают истину. Вы увидите то, что вы ищете увидеть. Но если вы думаете, что Бог использует COVID, чтобы достичь еще больше людей, то вы увидите церкви, которые появляются в Снэпчате и в Инстаграме, и в ТикТоке, и в Фейсбуке, вы увидите, как церковь затрагивает людей, которые раньше никогда не были в церкви. Вы увидите, как Евангелие разлетается по миру так, как никогда раньше. Вы увидите, как церковь заботится о страждущих. Вы увидите то, что ищете увидеть. И здесь Иисус говорит, «Если ваше сердце чисто, если оно ищет Меня, то вы Меня найдете». На личном опыте я понял, когда я прохожу какие-то трудности, то очень просто сфокусироваться на проблеме, на боли, на страхе. Но я говорю, «Бог, я не хочу все это видеть в своем сердце я хочу видеть себя, как ты используешь этот шторм, чтобы научить меня доверять себе? Как ты через этот шторм учишь меня полагаться на тебя в финансовых вопросах, как ты учишь меня об исцелении и своих чудесах, как ты через это формируешь мой характер и учишь меня быть лучшим. Господь, я не хочу видеть столько проблемы. Я хочу видеть посреди шторма тебя. Я хочу видеть тебя. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Давайте не будем соглашаться на то, что проще, и на то, к чему мы привыкли. Давайте не пытаться изменить Бога под наш образ. Давайте попытаться попытаемся увидеть, какой Бог на самом деле, и давайте искать именно Его, Его характера, Его способа действий, и тогда мы увидим Бога. Даже в самых темных сценариях и в самых сложных ситуациях, если мы будем искать Бога, то мы увидим, как Он движется. И в конце я хотел бы поговорить о девятом стихе. Тут сказано «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Мы поговорили о том, что если мы будем фокусироваться на тьме и проблемах, то это мы и будем видеть. Но если вы будете фокусироваться на Боге, то увидите Его. Затем сказано «блаженны миротворцы». Наш с вами мир не зависит от наших обстоятельств. Я имею мир посреди шторма не потому, что верю, что смогу вытащить себя оттуда, а потому что я верю в то, что Христос все еще на престоле. Я верю, что у Него все под контролем. Я могу иметь мир, потому что я верю, что Христос все еще действует, творит чудеса, исцеляет больных, воскрешает мертвых, и даже если кажется, что все вокруг распадается на части, даже если кажется, что ничего не получится, я могу иметь смир, который превыше понимания потому что, несмотря на обстоятельства, я имею веру в Бога, а не в мои способности. Боже, я доверяю тебе. Но и сейчас я хотел бы прочитать этот стих в другом переводе, который называется «Послание». Это тот же стих, но он преподнесен так, чтобы его было проще понять. Итак, Иисус говорит народу, «Вы благословлены, если можете показать людям, как сотрудничать, а не соперничать, или сражаться вот как вы узнаете кто вы на самом деле и какое ваше место в семье божией если это вам непонятно то не знаю что вообще будет понятно все вокруг тянет нас в разные стороны мы постоянно воюем или за туалетную бумагу в магазине или за политические взгляды, или за то, чем должна заниматься церковь, или за что-то из интернета. Везде накал страстей. В Фейсбуке все злы друг на друга, или кто-то чего-то хочет от всех. Уже даже неинтересно сидеть в Фейсбуке, потому что там одни лишь сплошные споры и руга, ничего более. Многие из нас Затянуты в эти споры, и мы пытаемся притянуть туда Иисуса и сделать Его поддержкой наших аргументов. Мы пытаемся сделать из Него того, кого нам нужно. Сейчас наш мир разделен. Нужны ли маски? Нужен ли локдаун? Нужно ли открывать церкви? Нужно ли открывать магазины? Может закрыть большие, открыть маленькие? Везде споры. Но мы с вами не придем в наше предназначение, мы не сможем стать теми, кем мы призваны быть, если мы будем лишь разжигать эти споры. В это беспокойное время Бог призывает нас с вами быть миротворцами, фокусироваться не на том, что можно или нельзя, не на том, какие у нас права, а вместо этого думать о том, как мы можем принести людям надежду, как мы можем подтолкнуть их к отношениям со Христом. Мы должны вдохновлять людей, а не тратить время на ссоры и споры. Нас должны знать не потому, против чего или против кого мы выступаем, и не за наши политические взгляды. Мы здесь для того, чтобы нести единство. Мы должны отвлекать людей от политики, от давления, от масок, локдаунов и остальных споров, и привлекать их к Богу, который говорит «Я здесь». Бог говорит, «Возможно, сейчас у вас трудности, но у меня есть цель и план. Возможно, сейчас вы чувствуете себя разбитым, но я никогда не оставлю вас. Я рядом, я Здесь мы не можем постоянно ругаться из-за каких-то глупостей в интернете. Нам нужно стать миротворцами и нести надежду нашему народу. Мы должны вдохновлять людей на веру, любовь, истину и силу Святого Духа. Вот к чему мы призваны, если мы отойдем от споров и защиты своей точки зрения, и прилепимся к Иисусу, то мы найдем Его и сможем показать, другим, путь к Нему. Боже ты мой, блаженный миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И я призываю вас сегодня стать теми, кем Бог призывает вас быть. Самое сложное в этих заповедях блаженства, так это то, что они показывают, кто мы и как мы понимаем следование за Христом. Нет, нет, весь мой путь основан только на тебе, Иисус. Не на том, чего я хочу, а на том, к чему ты призвал меня. И я не могу заставить тебя, Иисус, быть таким, как мне нужно. Это мне нужно меняться, и становиться тем, кем ты хочешь меня видеть. Итак, Боже, я доверяю тебе. Даже если я не все понимаю, я принимаю Твой мир. И вместо борьбы за правоту я выбираю любовь. Я выбираю нести надежду и мир людям. Вместо того, чтобы вдохновлять людей следовать за мной, я буду вдохновлять их идти за Богом который любит их безусловно, и который все еще действует. Если вы еще никогда не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем, то я призываю вас сделать это. Я призываю вас выбрать Иисуса. Я не прошу вас присоединиться к нашей церкви или вести себя определенным образом. Я не прошу вас отказаться от фильмов или от хорошей музыки. Я прошу вас тянуться к Иисусу. Узнайте, какой он. И позвольте ему формировать вас. Готовы ли вы оставить жизнь только для себя и своих эгоистичных желаний? и положить свою жизнь у подножия креста, сказать, «Господь, я отдаю Тебе мою жизнь, и принимаю Твою милость и благодать. Если Вы хотите сделать это, то это будет лучшее решение Вашей жизни. Если Вы хотите сделать это, то сделайте... Отправьте нам сообщение со словом «Вера». Делая это, Вы публично... Признайтесь в том, что вы выбираете Иисуса. Это мощно, когда вы рассказываете кому-то, что сделали этот выбор. Во-вторых, мы, как церковь, узнав о вашем решении, сможем помочь вам в это время. Мы предоставим вам духовную литературу. И свяжем вас с кем-то из нашей церкви, чтобы они помогли вам продолжить ваш путь. А возможно, вы уже давно приняли Христа и считаете себя Его последователем, но вы допустили неправильные мотивы и пробовали манипулировать Христом. Я призываю вас прийти к Иисусу и покаяться. Скажите, Господь, прости, что я пытался менять себя. Вместо того, чтобы ты менял меня. А если вы упали и убежали от Бога, потому что вам стало стыдно, то знайте, что Бог милостивый. Он будет милостив к вам. Не нужно бежать от Него. Лучше бегите к Нему. Бегите к Нему. А если вы держитесь за гнев и непрощение, то сегодня вы можете выбрать свободу. Сегодня вы можете проявить милость и избавиться от контроля, который этот человек или ситуация имеют над вашей жизнью. Поэтому выберите прощение, скажите, «Господь, Ты нужен мне». Помоги мне отдать этого человека в твои руки. И покажи мне не то, что я теряю, а то, что я приобретаю. Ну а сейчас я хотел бы помолиться за каждого из вас. Отец Небесный, прошу тебя, двигайся среди нас сегодня. Прикасайся к людям меня их, меня их взгляд на то, чего они заслуживают, или что они могут получить от тебя. Господь, помоги нам принять Твою милость и благодать. И помоги нам проявлять благодать к другим. Помоги нам ходить в чистоте сердцем. Помоги нам искать Тебя и Твоих целей. Дай нам ощутить полноту Твоего Духа. Прошу, двигайся посреди шторма и твори чудеса и пусть Твой мир пребывает и переливается через край и будет изобиловать в нашей жизни. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Несмотря на наши ошибки, Бог видит нас и призывает нас. Он определяет, кто мы. Мы хотим поблагодарить тех, кто поддерживает нас.